Обратите внимание, как мы ювелирно обработали газовую трубу. А. Никто это не видит. И не увидит больше. Фасад уже закроем полками. Нравится, Андрей, тебе Икею собирать? О, вы напишите вот это. Столкнулись с неожиданной проблемой. Да, это называется самовольное подключение. Плитку сделали, электричество вывели. Теперь мы перешли уже непосредственно к тому, чтобы вешать кухню. Для этого вешаем вот такую шину, которая не регулируется, из-за этого не вешать сложно. Значит, снимаем ящик и подкладываем. Подкладываем опять эти. Или утапливаем, да. Ну так и будем делать. Зайца заберите две. Ой, сейчас, смотри, сейчас. А, на меня же сейчас. А, не уйти, получилось. Это у нас есть вот такая вот газовая труба. И мы под нее пилим наши шкафы красивые. Да, Андрей? А? Мать. Горячий такой. А запах такой, как от этого. Ага. Как от... паяльника. Ой, не паяльника, а зажигателя. Да, да, да. И как тебе кухня? Я в восторге. А чё? Ещё ничего от не от работы Андрея, от кухни. Висит уже целый ящик. Мы шину лепили целое утро. Прилепили ровно, смотри. Да супер. Да ничего не ровно. Ты это никому не говори, что не ровно. Плиточку выложили, затерли, проводочки все вывели. Вчера полдня решали, какие делать проводочки под стиралку. А здесь вот под подошел, под вытяжку, под поджиг. Круто. Можно было трубу так тихонечко оторвать, сунуть и ага. Эксклюзивное видео, между прочим, как выглядит кухня в разрезе. А как она выглядит? ДСП, да? Или как это называется? Канарская сосна. С богом. Сразу? Вот. А, есть ли за что цепляться? Ну, еще вот сначала это. Снимай. Смахнуть. Помыть и посуду поставить, а потом мы с Андреем коротенько повесим. Так. И вот так. О! Что, поделать, что ли? Ювелирно. Ну да. Что, правда, что ли? Слезает. Нахрена ты так много выпилил? Тихо-тихо-тихо, на плитку встала, чуть-чуть от плитки вниз. Я пойду, подожди. Все, вот ты нормально, вот, да, вот, я встал на плитку. Да. Красота, красота. Криво. Чего криво? Смотри по этому, по кругу. Нормально, сейчас фасад оденется, ничего видно нет. Мы сейчас пройдем по этой уровню. Может, коробка или? Может, дом наклонился? Кстати, да. А? Чего? Может, дом наклонился? Ну, круто. Может, стена, скорее всего. Может, сюда заваливается. Все, короче, она через пару лет упадет, да? Все, идеально. Нет. Вот у меня идеально сделано. Ну, не, ну стену, висит, что еще? Со стеной же не делали, правильно? Может, какие ножки купить? Второй пошел. Самый сложный ящик мы водрузили на место, сделали. Я оказался все пустые. Три пропила, смотрите, и вертикальный, и горизонтальный. Все наш мастер Андрей ювелирно рассчитал, офигенно. Выпилил. У него супер инструменты есть такие, как у стоматолога. Можно пульпит лечить. Смотрите, 5 ящиков уже висит, осталось один коротенький-коротенький повесить вот сюда в центр. Нравится, Андрей, тебе Икею собирать? О, вы напишите вот эти, занимаетесь, чтобы делали регулировочные эти, и все, и будет тогда супер, как вы говорите. Перевожу. Господа из Икеи, сделайте вот тут регулировочные петли. Можно сделать? Конечно, куда деваться.
Сделайте вот тут петли регулировочные, потому что очень трудно регулировать взад-вперед без петель. И вниз-вверх. И вниз-вверх. Что мы такое устанавливаем? Это у нас будет сушилка для посуды. Супер ноу-хау. Такого нет нигде. Обратите внимание, как мы ювелирно обработали газовую трубу. Никто это не видит. И не увидит больше. Фасадами закроем полками. Она еще по диагонали. Главное, чтобы газовая служба завидела. Нас пропустила. Увидела. Нет, тут это пропускает она. Да, ну официально ты не должна. Труба не должна ничем закрываться. Пусть я перенусь на первый этаж. У матери то, что там еще ни разу ничего не сделала. Ну потому что я думаю, что люди уже судятся с ними. В общем, кухня у нас нет, просто нет, супер. Доступ есть? Проверь. Ты там выключи. Супер. Я уверен, что так никто не собирал еще. Даже в Москве. Вокруг трубы и не оборачивал. Да. Как обернуть кухню где вокруг газовой трубы? Скажем, труба вросла. Да. Она весь кухню попала. Как дерево. Настроение на четвертый день сборки кухни какое-то плохое. Пограничное. Пограничное. Вчера мы выяснили, что неправильно прикрутили вот этот ящик, теперь придется все разбирать, чтобы сюда припендюрить вытяжку. Виновного пока не нашли. Обе стороны валят друг на друга. Видать, придется нам обращаться в европейский суд. Гаагский. Гаагский. Я, между прочим, обед готовлю. Меняем газовый шланг на новый. У нас был полтора... У нас был полтору... Полтора... У нас был полтораметровый шланг. А сейчас мы вешаем двухметровый шланг. Нам сегодня нужно было поменять старую плиту на новую. И мы купили шланг, повесили его вот сюда. Я вам только что показал, как это сделалось. Красивый шланг висит, но столкнулись с неожиданной проблемой. Да, это называется самовольное подключение. Я сейчас позвонила в газовую службу, мне сказали, что выбирайте число 16 или 23 сентября. То есть 3-4 недели. То есть через месяц. Я говорю, а давайте я плиту поставлю, а когда вы ко мне придете, я ее как бы отключу, как будто бы я ей не пользовался. Он говорит, нет, это штраф, самовольное подключение. Ну, в общем-то, я спросила, что мне тогда делать, как он мне предлагает месяц жить без плиты. Они говорят, ну вы приезжаете, оформляете. В общем, сейчас я еду в газовую службу, 1000... Андрей сзади как это. А это они ставят посудомойку, пока я поеду в газовую службу. В общем, 1100 с чем-то стоит у нас подключение новой плиты. Я взяла документы на старую плиту, на новую плиту, паспорт, свидетельство о моей собственности. И, в общем-то, должны мне дать разрешение и рассказать, что мне дальше делать. Потому что нам надо сегодня-завтра воткнуть плиту, чтобы ей уже пользоваться. Ну, я поехала. Давай, счастливо тебе. А мы с Андреем ставим посудомойку. И выяснилось, что сюда нужно вот куда вот задвинулось, ее надо как-то прикрутить. Вот здесь вот болтики такие, она прикручивает, чтобы не выпадала, когда она открывается. И болтики насквозь прикручиваются, а Оля, конечно, против этого, чтобы мы сырели насквозь. Кроме того, мы не можем найти специальные регулировочные какие-то шайбочки. Куда-то делись, черт его знает куда. Нет, поднимать вверх не будем, потому что у нас не положено. Она будет стоять внизу. Не будет вверх поднимать? Серьезно? Серьезно. Она там поднимается только вот чуть-чуть, как все. Это... А вверху что, будет дырка? Конечно. Нет, будет фасад вот так. Ну да. До конца. И у вас как раз вот остается снизу, вот как раз, чтобы вот это расстояние, чтобы у вас осталось. Ну, вроде все, как. Все правильно. Оль, все правильно. Не надо никаких этих движений там каких-то. Не, фасад все равно не влезет, но мы установили правильно. То есть я буду фасад открывать, и у меня вот это все будет видно? Да. Вы что, серьезно? Серьезно. Я такого нигде не видела. Да потому что кухня у вас выше. Нормальная кухня, вот на 10 сантиметров ниже. На 8. Хочешь, мы внизу два кирпичка подложим для тебя? Хочешь? Туда фасад не вместится. Идите, инструкцию смотрите.